Здравствуйте, вы смотрите «Гороскоп». Меня зовут Антонина Сатарова. Я расскажу, какие советы дают нам астрологи в этот день. Овен. Совершенно неподходящий день для личного бизнеса. Так что, если вам придется заниматься именно им, постарайтесь отложить все сколь-нибудь важные решения на потом. Телец. Вам лучше не предпринимать особо активных действий, направленных на изменение существующей ситуации. Она и сама скоро изменится, правда, неизвестно в какую сторону. Близнецы. Все, что вы будете делать, будет основано на опыте многих поколений политических и культурных деятелей и прочих ораторов. Так что, если у кого возникнут претензии, отсылайте к первоисточникам. Рак. Не забывайте о людях, которые вам не безразличны, дабы они не забыли о вас. Помните, что хорошее слово и кошке приятно. Лев. Энергичность ваша превысит ресурсы пары электростанций. В поисках приключений постарайтесь не вляпаться в долгосрочные авантюры. Дева. День будет началом весьма и весьма продуктивного периода вашей жизни. Вам придется проявить твердость характера в определенных вопросах. Весы. Очень велик соблазн все бросить и хорошенько развлечься. Увы, это вам вряд ли удастся. На вас будет возложена довольно большая ответственность. Скорпион. Вы будете неожиданно слабым. Ничего не делайте сами, заставьте шевелиться других. Слабость ведь тоже можно сделать своим оружием. Стрелец. Будьте предельно аккуратны. Весьма вероятно, что вам придется иметь дело с хрупкими и крупногабаритными предметами. Придется потратить много усилий для того, чтобы остаться невредимым самому. Козерог. Вы, вероятно, будете всем недовольны. Не без оснований, конечно, но вам-то от этого лучше не станет. Да и не изменится ничего. День обещает быть противным. Водолей. Трава, как известно, зеленее там, где нас нет. Сегодня соблазн переместиться в ту самую местность со столь зеленой растительностью может оказаться настолько большим, что вечером вы можете очутиться в самолете, следующем в Новую Зеландию. Рыбы. Нет ничего хуже, чем неотвратимо надвигающийся срок окончания работы. Не дайте спешке испортить тот шедевр, который рискует получиться в результате ваших усилий.